Всем привет, я Донис, мы продолжаем проходить Final Fantasy 15 Windows Edition, и сейчас мы идем убивать трех ужасных пепельнорогов. Нок, сверху! Имперцы? И фиг бы с ним. Так, вон они, красавцы. Ты очень высокоуровневые гады. Там будет непросто. 39 уровень. Деньги, деньги, дребеденьги! Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора действовать. Блин, не успел улететь. Прямо в зад. Эй, осторожнее с этой штукой. Прошу прощения. Вот. Сложно почему-то этот удар получается. Вот. Проколой! Хорош. Позвольте! Так, что-то у нас хорошее есть. Нет, вниз! Нож! Огненное усиление. Смотрите, кто. Что-то слабо. Отлично, Гладио. Вот это да. Так, все, хватит играть. Все готовы? Да. Я готов. Да. Эй, Игнис, давай. Нож. А, зря, еще 10. Чё это за дела? Робот теперь прилетает. Блин, там мины по ходу дела. Просто действуй! Да проклятие! Что это было сейчас? Ладно. И Пром-то тоже. Готово! Осторожно, нож. Сам знаю. Да что ж такое? Опасный робот, реально опасный. Берегись! Очень вовремя, Гладио. Нам спать некогда. Гладио! Отлично, Гладио! Патриарх 76 уровень, блин. Это жесть. А я боялся, что все слишком легко как-то. Ух! Окей! Спать некогда! Извините за все! Скверно! Да как же так? Ну а вылечить мне? Охота-то завершена! Гладио, я вообще не успеваю ничего. Тут тебе патриарх. Прикрыл тебя. Кирилл. Я знаю. Игнис вообще гуляли. Да. Реально, вообще попа. Да что нужно? Все нормально? Извините. Бой будет быстрым. Что ты так долго?
Был немного занят. Жесть. Вышел я из боя. Это нереально, патриарх. И это убийца. Не зря я прокачивался. Игра не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Указал он нам свое место. Качаться и качаться еще. Сейчас отквитаемся на черном демоне. Не сидите нам на месте. Да ты что, так-то? Ты... только не патриарх. Только не патриарх. Что? Она против нас или за нас? Блин, все стало интересно так. Помогать будет. Вот против патриарха бы ты помогала. Эй, кликни, давай! Эй, осторожнее! Я нечаянно. Еще немного, и с ними все покончим. Аране, что ты здесь делаешь? Охотилась на демонов и совершенно случайно наткнулась на вас. Нам повезло. И не говори. Пойдем к патриарху? Демоны уничтожены, а значит, мне пора. Спасибо за помощь. Не за что. А патриарх? Береги себя, принц. Неплохая. Так, что там у нас дальше? Вот, на встрече неизведанному. Улучшение регалии. Сейчас направимся туда. Блин, после патриарха даже красный демон не кажется чем-то устрашающим. Это было какое-то унижение. Так, Чукоба. Я даже какие-то зелья усиления использовал, ему пофигу. С одного удара всегда убивает и все. Красный? Ну ладно, против красного попробуем. Все готовы? Думаешь, имперцы просто хотят поздороваться? Пора! Имперцы? Да. Не фокусировалась почему-то. Ну, фокусируйся. Камера вообще не работает. Эй, смотрите, имперцы уже повсюду. Пойдем посмотрим. А, это гарнизон там. Понятно. Любит пострелять, да? Да. МТ Голлит. Какая тут теперь жесть творится? Какие тех убийца! Жить стало реально тяжело, это прикольно. Громко! Сейчас будет светло! Гладио, блин! Я трясем. Как он рубит прямо? Видимость плохая. Протри очки. Блестящая идея. Ну, давай. Парни, вперед! Да. Я готов. Игнис! Вот, это должно придать вам сил. Ледяной, да? Спасибо. Хорош. Звонили? Круто! Не подставляйся. Приму свет. А, по гоблину ударил, блин. Второй жизни не было же. Как же ты задел меня там, зараза.
Гладио восстановить хоть чуть. Потрясен. Ерунда. Мечет по моей части. Ты. Конечно! Неплохо мы сейчас его отжахали. Даже жаль ломать. Отлично, Гладио! Ух ты! Тебе конец. Все готовы? Да. Я готов. Да. Крутяк. Это будет нелегко. Мы на такое не рассчитывали. Блин. Убийцы очень опасные. Ну и уровень там солидный. Гладио, давай. Блин, его убили уже и так. Этот противник нам не по зубам. Мысли есть? Хоть у кого-нибудь. Получи! Я умираю от жажды. А я умираю с голоду. И при этом мы все живы. Фух, неплохо. Совсем неплохо. Прикольная битва была. Да, боевка в этой игре все-таки прикольная. Ну сколько можно? Смотри, куда бьешь. Я не хотел. У нас база. Сохраняться нельзя. Рядом с базой, по ходу дела, нельзя сохраняться. А интересно, как мы раньше эту базу не замечали? Или была закрыта карта в этой точке? Не знаю. Возможно. Чем звуки? Чукоба. Вот побили меня, и как-то веселее, интереснее стало. Может, я мазохист? Интересно, уйдет ли она из армии? Кажется, ты влюбился в Томпта. Кого выберешь? А, в смысле? Ее или Синди? Ранео или Синди? Ладно, дай я секундочку подумаю. Я уверен, обе подождут. Сделали бы какую-то отдельную кнопку для призыва Чукоба. Было бы удобнее, чтобы интерфейс не открывать, как в том же Ведьмаке. Но это, к сожалению, из-за геймпэда идет, там не хватает кнопок. А тут раньше базы, они, наверное, не было. Они выиграли войну, но все равно набирают армию. Кстати, да, это действительно перебор. Раньше не было красной этой энергии в воздухе. Значит, раньше тут базы не было. Вот. Старая добрая трещина. Синди об этом месте говорила? Скорее всего. Думаю, тут много чего интересного осталось от имперцев. И как хорошо, что они ввели вид от первого лица. Вот молодцы. И сделали качественно. Вот реально интересно. Ну, драться, конечно, неудобно. О, это то, о чем я думал! Где там? Кто? Кактуар? Это кактус, что ли? Это пасхалка какая-то, типа, да?
Что-то в голове помутилось. Вот и привет. Гладио! Сделаю! Мы отлично сработались! Как то? Это стопудово какая-то пасхалка. Жаль, я не знаю, какая. Может, эмблема какой-нибудь компании, производителя. Прикольно. Куптуар. Все отлично. Шина для бездорожья. А, нам шины здесь найти надо. Понятно. Будем постепенно детали собирать. Круто. Интересно, офигенно. Сначала шины, потом подвеска будет. Сзади! Смотрим по сторонам! Так-то! Ты чего, Игги? Неужели ты тоже сходишь с ума? Просто супер. Сходишь с ума? То есть они... Пошли! Из-за того, что видят это, думают, что сходят с ума. Я пропустил где-то. Какая тяжелая. И почему мы должны их тащить? Чтобы ты мускулы накачал. Пошли. Между прочим, у нас задание висит. Формаутский гарнизон. Может, проникнем? Попробуем. Будет непросто, но от того интереснее. Нет, пешком надо. Все же интересно, что это за кактуары такие? Они где-то на фотках появлялись. Где-то еще упоминания о них были. Я думаю, это эмблемка какая-то. Так, как тут с проникновением? Банально врываемся, всех убиваем? На вышку. Спасибо, что подвез. Будет весело. Какой у нас план? Скажем так, лобовая атака будет большой ошибкой. Чё? Действовать будем скрытно. Мы незаметно проникнем на базу и уничтожим цели по очереди. Вы готовы? Да. Проберемся туда под покровом ночи и уйдем еще до рассвета. Очередная авиабаза появилась над Северным Лейде. Желаю освободить регион от имперских агрессоров, но Ноктис и его друзья готовятся к вылазке в формаутский гарнизон. Магитехов усиливают генераторы. Уничтожим генераторы, и дело пойдет легче. Вперед! Угу. Так, скрытно действовать? А как мы мимо пройдем? Окей. Блин, пульт управления, можно было что-нибудь саботировать там. Ну как мы пройдем тут? Не спят, типа, да? Окей. Так значит, они спят? Оставайтесь незамеченными. Если штурмовик нас засечет, то активирует других магитехов. Хорош. Разбивается не совсем. Да блин! С
Кстати, а кто придумал этот ход? Я никогда не допускаю ошибки, которые не могу исправить. Все за мной. Все, хорош. Вот, это должно придать вам сил. Спасибо. Электричество, отлично. Хорош. Блин, не то, но что нажимал. Ладно. Третий уровень, жесть. Вообще весело тут. Хорошее место. Упрыгай же. Ну, Гладиус. Игнис! Да я же жал этого громко. Я точно не нажимал кнопку вверх. Ладно. Громко! Сейчас будет светло! Гладио, Гладио. Гладио! Вот так вот. Круто! Получи! Хорош. Еще один готов. Отличная битва была. Боже мой, сколько их летит. Смотри, они летят. Не думал, ничего, что мы так скоро встретимся, принц. Локи, а он выжил? А я думал, что он выживет. Ты поступил глупо, явившись сюда. Сдавайся по-хорошему, иначе крепко пожалеешь. Это еще что за придурки? Локи и Калинга. Командующий имперской армии. Но! Это наш шанс свести счеты! Да, пора с ними покончить. Пора! Игнис! Закончилось Но. Усиление. Будем играть по-плохому! Круто! Эх ты, зараза! За вами было не так-то просто угнаться, но теперь вы добегались. Убить их! Принца взять живым! Ну кто там? И все лезут и лезут. А мы их будем бить и бить! Это еще кто кого? Только б не патриарх. Патриарх Сиам и Гитех. Гопник. Это гопник, ничего, нормально. Ишь ты. Будь начеку. Ищи лиса. Когда же это кончится? Пробто. Пора. Пора.
Вообще гоплиты это такие пикинеры были в таком древние, то ли греческие, то ли. По-моему, греческие. С длинными копьями. Ах ты зараза! Ты живучий оказался. Никто не уйдет. Вы, наверное, уже подустали. Позвольте вас усыпить. Вы когда-то учили меня. Теперь настала моя очередь. Ну, выбирайся. Где ты там? Блин, он похож на патриарха. Вот так он себя, зараза. Все, хватит. Электрическое усиление. Или лед? Лед против него? Ну, куда ты? Боже мой! Ну, что-то плохо получилось. Эх ты! Так, что Мугл делает? Ой, плохо все как получилось-то. Феникс. Гладио! Я не знаю, вот это вот оружие Гладио, оно, по-моему, хуже, чем первого уровня. Урон такой же, но использует два пункта. Смысл? Что-то быстро заканчивается действие. За первый уровень, нифига себе! Убирайся! Громко! Сейчас будет светло! Получи! Как вы смеете? Пока я не скажу, мы не закончим! Да что ж ты будешь делать? Мега Феникс. Так, какие у нас усиления есть? Магическую атаку. Хорошо. Берем магию. Гром. Вот так вот вас, ребята. Гладио!
Живуч ведь зараза. Вы не так ужасны, как я думал. Так, еще магию возьмем. Уязвимость, все. Как это? Я проиграл. Нет, нет. Я в это не верю. Это ошибка. Это ведь какая-то штука. Что ж такое? Правда? Пощады не будет, молодцы. Неожиданный исход. Все. Парни, вперед! Да. Я готов. Ну и чего это? Еще хрень получилась. Гладио. Ром-то. Невероятно! Как они могли с ними справиться? Опыт просто жесть. Фух, было нелегко. Интересно. Здесь у нас дел больше нет. Уходим. Странный мотор. Все. Так, эти роботы стоят. Смотри, куда прешь. А, не халяви. Не вниз! Я не понял, мы же только что уничтожили этот гарнизон. Пробка! Сейчас будет светло! Неплохо, но... Что-то у меня руки брыжут! Ты что? Что тут так? Все прошло идеально. Кругом трупики. Ну ладно, хоть людей тут нету. Роботы и демоны. Магитех-щит. Так, посмотрим, что за штука. Персональный защитный барьер с усиленной магитех-броней сильно увеличит живучесть и максимальное здоровье. Ничего себе! Это офигительная вещь. Это просто офигительная вещь. Так, промто. У него платиновый наруч. Ножной браслет рыцаря. Увеличивает на 70. А это на 700 здоровья. Убираем. На 1000 здоровья и живучесть на 60, блин. Вот это я понимаю. И здесь. Бром-то теперь супер укрепленный. Он чаще всего умирает. Так, теперь надо бы Игниса прокачать тоже. Да. Сапфировый браслет. Увеличивает силу на 45. Платиновый наруч. Я думаю, получше вариант.
Или живучесть на 70. Тоже вариант лучше. Гитех-щит еще один есть. Вот. Гладио. Сила 40. Живучесть 70. Вот это оставим. Плюс 70 живучесть. Промто квазар как-то так себе штука. Если честно, против демонов неплохо. В остальном так себе. Где там у нас промто? Что хорошее еще есть? Два сегмента плохо. Ну вот это вот интересная штука. Попробуем притягивание. А квазар уже полностью прокачался, все, третий уровень. Так, внутрь не пройти. Короче, по второму разу тут всех вырезал. Было непросто, кстати, реально непросто. Так, ладно, все. Пойдешь со мной по магазинам, Промто? Да, конечно. Прикольно. Дальше, кстати, надо будет задание выполнить этого полного фотографа, репортера. Там как раз мы оружие новое возьмем. Королевское. Промто убежал. Принесли мы тебе шины. Спасибо. Наверное, вы умаялись тащить их на себе всю дорогу. Ну вот. Теперь можно начинать работу. Только скажи, и я немедленно займусь вашей машиной. Ты справишься в одиночку? Хочешь помочь? Справлюсь. Кроме того, я спросила дедулю, и он дал мне совет. Делаешь – не лажай. Думаю, он имел в виду, что нужно рассчитывать только на свои силы. Но с Сидом я спорить не стану. Да уж, с ним не поспоришь. Вы отдохните пока, а я займусь делом. Промто пропустил разговор с Синди. Как так? Блин, опыт жесть, особенно Гладиолус. 80 тысяч. Теперь можете переделать регалию в модель Type D и ездить по бездорожью. Он уже не будет такой красоткой. Даже не знаю. Переделаю, но не сразу. Чем могу помочь? Что выберешь? Будем ли что-нибудь улучшать? Увидимся! Привет! Ну, как вам новая регалия? Скажем так, обалденно! Я очень рада! Когда клиент доволен, это же прекрасно! На самом деле, твоя старушка работает не на полную мощность. Ее можно еще круче прокачать, но придется потрудиться. Да? И как именно ты хочешь ее прокачать? Пока не могу сказать. У каждой машины свои потребности. И лучше всего их выяснять на тест-драйве. Сейчас регалия мирно урчит. Но если мы хотим, чтобы она у нас зарычала... Вот. Для начала ее нужно разогнать до предела. Погонять это я всегда с удовольствием. Значит, согласен? Там обороты зажаты у нее. Тест-драйва я мигом подготовлю. Тебе останется просто сесть за руль и проехать по ней. Круто. Это я могу. Ох, круто. Короли бездорожья. А, бездорожье. Пройти указанное место. Это подразумевается, чтобы я переделал, что ли? Но двигатель реально, как будто он зажат. Уздечка на нем, обороты там, не знаю, 2-3 тысячи и все. А я думаю, там двигатель классный стоит. Судя по длине капота, там какой-нибудь V12 стоит. Может даже V16. Rolls-Royce же V16 стоит. Я что-то давно уже не помню. По-моему, там V16 с отключаемыми котлами. Ну ладно, не будем жадничать. Я думаю, тут V12 стоит. Машину, кстати, улучшили, там какие-то дополнения, можно прокатиться, посмотреть.
Поспать, кстати, тоже надо же. Вот это задание надо выполнить, тем более уровень 14 всего лишь. Блистательная регалия. Блин, 45 уровень. Ладно, поехали банально на пристань. Выходим. Точно. Я так жду этого тест-драйва! Это будет круто! Регалия-то тест пройдет. В ней я уверен. А вот насчет водителя не знаю. Если исходить из моего прошлого опыта, он завалит их еще до начала. Ну, спасибо, парни. Я ценю вашу поддержку. Такой салон, конечно, тоже прикольный. У одного моего очень близкого человека точно такой же салон. Но пачкается вообще. Жесть. Ну, еще, наверное, зависит от человека. Красотища. А вообще прикольно сочетается вот такой свет, цвет кузова и салона. Ништяк. По-моему, мы побыстрее поехали. Там поставили это улучшение, теперь 100 км в час. Да чего, шикарный вид у этой горы! Не хочу упустить такой шанс. Два холма. Можно? Конечно. Конечно. Валяй. Отлично, тогда давай подойдем чуть поближе. Магитех двигатель. Да блин, совсем достали. Близко. Снимай отсюда. Так, снимаю. Теперь хоть фотоаппарат на месте, не как в прошлый раз. Давай я это сниму. А вот это он имел, вот этот холмик. Хреньку. Ну красиво, конечно. Вся команда в сборе! Все мы! Еще опыт. Чувствую, теперь на поворотах заносит как. Круто. Не, машина явно быстрее поехала. Причал Галди. Мы на месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Приветствую. Молодцы. Так, мы же рубин еще собрали, надо сдать его. Вы вернулись? Не ожидал. А ты что же, не рад нас видеть? Да ну вас. Рад, конечно. Просто поверить не могу, что вы вернулись так быстро, да еще с добычей. Вот, вам понравится. Не верите? Посмотрите сами. Че он там мог дать, интересно? Отлично, 83 тысячи угладил, офигеть. Рубиновый браслет. До свидания. Привет. Хорошо выглядишь, принц. Ты ведь мне поможешь? Да, ты же не отстанешь. Еще бы. Но на этот раз дело и впрямь важное. А до этого дела были не столь важные. Не кипятись, умник. Дело серьезное. Добудете эту руду, и я смогу целиком посвятить себя ювелирному делу. Ну, раз ты так хочешь. Ну, покажите мне, как вы меня любите. Если я это получу, меня будет не остановить. И я говорю не о Галдине, Дина будет лучшим в мире. Буду зарабатывать так много, что охотники будут мечтать искать камни для меня. Словом, это может стать поворотным моментом в карьере Дино. Вот почему это важно. К сожалению, этот уже почти бывший репортер не мастак добывать камни. Не беда, если вернетесь ни с чем.
Но, черт возьми, все-таки лучше надеяться на лучшее. Удачи, принц! Бесценное сокровище, войдите в башню Колсмарка. Как же вкусно! Хо. Я не умру, если придется и дальше быть репортером. Но если принесешь мне камни, все изменится. А какой же уровень, интересно? 55-й уровень, офигеть. Похоже, он не шутил, когда говорил об отставке. Кажется, он в самом деле настроительно. Намного решительнее, чем раньше. Но планка слишком низка. Может, останетесь у нас на ночь? Не рановато ли? Не, самый раз. Так, 70-80 тысяч на 2. Ну сколько, уровней 5, наверное? Шесть у Гладио, не знаю, сколько остальных. Наверное, остальных 5 было. Неплохо. Очень неплохо. Прикольный кадр. Перчатку свою демонстрирует. Милота. Отлично. Поймал момент. Ну так. В чем он? Так, боги и короли. Дальше это задание. Тут как раз проехаться надо по новому маршруту. Все готовы? Ага. Древняя роща. А нам обязательно идти пешком? Так, тут получается еще какое-то место. Секунду, вот сюда проход. Это что такое? Древняя роща. The Fallgrove. Что вот это такое? Ладно, пойдем по заданию. Пошли! Секунда, еды никакой нету. Ладно, там уровень невысокий. Не, в лагерь зайдем. Перекусим. Еду для опыта можно съесть, которая увеличивает опыт. Остановимся на ночь. Хорошо, я ставлю палатку. Нету. Нету нежного окорока из Гиги. Печалька. Ладно, скушаем вот это. Ризотто настоящего рыбака.
Красота. Ладно, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, спасибо. До встречи.